Всем привет! Blender 2.90, и приходится, наверное, переходить на ручную ретопологию. Надо ее как-то все-таки взяться и сделать. Ищу еще информацию. Есть на канале разные варианты разных авторов. Опять же, конспект. Это не уроки. И вот нашел новую информацию. Ссылку оставлю в описании на канал, где я нашел эту информацию. Но это вот опять же как конспект. Погнали рассматривать, что тут да как. Так, первым делом Shift A. Добавляем mesh, добавляем куб. Куб поднимаем кверху. Персонаж вот у меня немножко стоит несимметрично. Это не есть хорошо. Выбираем теперь куб. Поднимаем его именно до головы. Давайте поднастроим. Включим именно привязку. Включим фейсы. И включим Project индивидуальные элементы. Это как вот по прошлым роликам. Здесь все стыкуется. Так, теперь зайдем в Edit Mode. Вот такой у нас куб. Единица на нампаде. Поближе его сейчас поставлю. И добавим модификатор, именно шкура, Shrink Wrap. Это опять же по прошлым роликам тоже все попадает. Ставим привязку к солдату. И вот получается вот такой внешний вид. Каску пока можно отключить. Если снимем выделение, вот вы видите, что обтянуло его нижний полигон. Обтянул вот эту вот голову. Нам нужно теперь все это дело выбрать. Единица на нампаде и сделать delete на клавиатуре фейсы. Удаляем фейсы. Так, Ctrl-Z пока не удаляем. Оставим offset, давайте 0.007 тысячных. Можно больше, можно меньше ставить. За место on surface поставим above surface. Следом переключим Select Box на Tweak. Это левая кнопка мыши. Нажимаем, удерживаем и перетаскиваем. Появляется вот эта панелька. Следом удаляем. Теперь вот теперь удаляем. Delete фейсы. И теперь жмем Ctrl, правый клик. Появляется у нас вот эта желтая именно точка. G. Мы ее именно можем перетянуть. Теперь жмем E, вытягиваем вершину. И чтобы работать с вершинами, ребрами, полигонами, через правый Shift выбираем вот эти вершины, ребра, полигоны. Теперь выбираем ребро, щелчок левой кнопкой мыши, и жмем английскую E и вытаскиваем полигон. Полигон бесцветный. Как это дело исправить? Выбираем Object Mode, выбираем именно куб полностью, заходим, назначим материал, новый, и вниз мотаем, находим Viewport Display, ставим ему зеленый цвет и переключаемся в Surface, вот это в шейдинге, пардон, второй. Так, заходим теперь в Edit Mode, вы видите, что полигон в принципе не видно. Работать будет тяжко, значит, заходим в модификаторы и, как в ролике сказано, заходим, находим subdivision surface, переключаемся на simple и, чтобы его стало видно, перетаскиваем выше шкуры. Вот теперь полигон виден, оптимизация, все так. Что у нас тут еще есть? Какая штука, которую нужно убрать? Смотрим. Тут есть двойные полосы. Вот если мы сейчас ребро выберем. Вот ребро выбрано. Как же его показать вам? Так, ну давайте вот вершину выберу. И G. Вот так его подтянуть. Ну тут, в принципе, у меня эти полосы не появились. Ctrl-Z. Если у вас будет дублирующие здесь вот полосы, то нажимаете
shrink wrap вот эту функцию on cage. Вот она прилипает. Расстояние уменьшается между персонажем и вот этим полигоном. Следом, чтобы персонаж не влиял именно на вот эту ретопологию, мы выбираем персонажа, заходим в верхнюю вот эту вот функцию и включаем вот эту select table. И на солдате его отключаем. Все, он теперь не будет влиять на работу вот этих вот вершин полигонов. Включаем куб. Заходим опять же в Edit Mode. Ну что тут еще можно добавить? Единица на numpad. Можно добавить модификатор, как обычно, Mirror. Вот теперь полигоны вершины слиплись. Так, пардон, не слиплись они. Вот мы отводим. Теперь включаем клиппинг и сращиваем их. Вот, теперь они срослись. Если мы выберем вот это ребро, левая кнопка мыши G, будем оттягивать, вы увидите, что полигоны сросшиеся. Ну, тут, в принципе, все. Тоже можно в Mirror включить вот эту функцию. Называется она OnCage. Ну, и настройки, все. Вот теперь можно ретопить. Прикольная штука, кстати. Я раньше хотел именно тоже куб добавить, как вот ветку делал. Нажать в Mesh, нажать Merge, нажать Add Center. Но так и не разобрался, как нажать, чтобы эту точку было видно. А оказывается, Ctrl, правый клик. И точка появляется. Настройки, в принципе, все вот эти, как и в прошлых роликах. Только единственное, что в прошлых роликах еще ставится локально. Вот, есть локально, есть глобально. Что еще тут можно сделать? Ну, в принципе, все. Теперь только ретопить. Выбираем ребро, жмем E, вытаскиваем вот этот ребро, полигон. Выбираем, допустим, через Shift два ребра, жмем E, опускаем вниз, где-то вот таким вот образом. И вот такой вот происходит ретопология. Так, если мы выберем сейчас вот вершину E, экстрадируем ее вверх. Эту вершину E экстрадируем тоже. Как закрыть этот полигон? Через Shift выбираем вот эти вершины и жмем F. Это опять же по прошлым роликам. Здесь тоже вытаскиваем E вершину, вот эту. И попробуем так, Ctrl-Z, опять же, в качестве эксперимента. E, срастутся они или нет. Да, вот они срослись. Теперь выбираем эту вершину, вот эту и вот эти две. И жмем F. Закрываем полигоны. Также можно передвигать ребра. Вот, выбираем левую кнопкой мыши ребро и поправлять его. Также можно вытаскивать вершины, потому что они у нас здесь вверху уже включены. Так, еще что? Вот можно пользоваться PolyBuild тут этой функцией. Как она работает? Так, что у меня тут вообще с координацией персонажа? Выбираем, ну вот, допустим, через Shift два ребра. Или просто выбираем ребро и вытягиваем. Бросаем, вытягиваем, жмем S, как-то его вот так вот уменьшаем к носу. Теперь опять же выбираем ребро, Ctrl-Z, не все сразу получается. Так, вершины надо, чтобы срослись. G, вот так мы их сращиваем. Ну, а теперь можно опять же вот этой функцией воспользоваться. Выбираем ребро. Вытаскиваем, бросаем. Так, вершина нам пока не нужна. Чуть-чуть неудобно. Нужно тренироваться, словом.
Так, еще что тут? Вот, выбираем вершину и опять мы ее вытаскиваем. Вершина. Вытаскиваем. Теперь переключаемся в Twig и можно здесь, наверное, как-то все это дело подправить вот таким вот образом. Еще как можно, вот E выбираем, допустим, нам нужно сделать вот здесь вот глаз, вот эту часть, да? Выбираем вот так вот E, вершину, сначала моделим вот эту часть. Опускаем вершины. Ну, где-то на вот в таком духе. Через Shift все это дело можно F английское закрыть. F английское закрываем. Опять же через Shift левая кнопка мыши выбираем вершины и закрываем. Так, вот теперь нужно вот от этой вершины, допустим, E, да? Рисуем как-то, наверное, вот этот глаз. Так, вот он уже куда-то привязался. Ctrl-Z. Куда-то его уже потянуло. Ну ничего, мы его сейчас вот так где-то вот сюда подводим. Еще вытягиваем одну вершину E маленькую. И давайте закроем, выберем две вершины и нажмем Mesh, нажмем Merge, Alt Center. Свяжем их. Вот у нас наметка уже получилась. Теперь можно что сделать? Выбрать вот эту вершину, вот эту, вот эту, вот эту и вот эту. И просто F закрыть. Правильно это, неправильно? Ну, принцип вот такой вот. Здесь теперь E вытаскиваем вершину и можно вот ее, наверное, вот с этой закрыть. С этим я еще буду потом разбираться. И здесь уже подводим именно к этим вершинам, чтобы точно попали они. Так, как-то вот так, наверное. Выбираем вершины, F, закрываем. Выбираем вершины, F, закрываем. И повторяем то же самое. Ну и вот эту тоже закрыть. Теперь можно экстрадировать. Выбираем вот это ребро, вот это ребро, вот это и вот это. Жмем E. Опускаем где-то вот сюда. Потом как-то сюда, наверное, опустим. И вот эти вот вершины выберем и просто F закроем. Так, Ctrl-Z. Выбралась не та вершина. Через Shift можно ее убрать. И F закрыть. Ну и опять же F. Ну что-то в таком духе получается. Теперь нам нужно опуститься и рот точно так же обвести. Давайте опустимся. Жмем E. Как-то вот так, наверное. Ага. Тут еще делаем вот такую штуку. Здесь опускаемся вниз.
А здесь уже пойдем обводить рот. Так, вот эти вершины давайте свяжем. G немножко отведем их назад. И теперь опять E. И G посмотрим, срастутся они все. Вроде срослись. Нормально. Здесь выбираем тоже E вершину. Тоже ее сращиваем. И вот от этой вершины теперь жмем E. И вот до этой вершины. И теперь E до этой вершины. Ну, а вот эти сращиваем. Выбираем опять вершины. E. Так, Ctrl-Z, F. Нажимаем, закрываем. Ну, и эти тоже. В принципе, вот мне так удобнее, да, чем именно полигоны полностью гнать. Ну а в мае, конечно, там при топологии еще лучше. Лично для меня не понравилось. Так, что еще тут можно? Так, здесь уже тоже рисуем вершиной. Вот так как-то. Смотрим, что получится. Попал я, не попал. Ну и вот этот полигон нужно тоже создать. Так, а здесь у нас вот еще одна вершина. Е, тут нужно быть внимательней. И вот так. Теперь выбираем вершину G. Подгоняем. Эту тоже подгоняем. Выбираем. Как-то вот так, наверное. И F закрываем полигон. Вот здесь нужно добавить, если вдруг нам нужно состыковаться, давайте добавим это loop cut и просто разрежем вот этот вот полигон. Выбираем вершины, опять же, и F закрываем. Ну, словом, получается вот такая штука. Также можно, не забывайте, вот это поле билдом работать, добавлять разрезы луп каты, если где-то вы чуть-чуть обшиблись. Ну и все. Вот такой вот способ, вот такая настройка. Повторюсь, описание. Повторюсь, в описании будет именно название канала, на котором найдена эта информация. Посмотрите еще, так сказать, оригинал. Все, всем пока, до свидания.